В прошлом видео мы показывали, как собирали рябинку. Вот такая вот у нас рябинка, она начала уже сохнуть. Вот. Сейчас мы будем делать, Алин, что делаем? Бусы. Бусы делаем. Алина протыкает. Получается? Угу. Вот. Будем делать бусы из рябины. Вот такой вот ниточки, да? Давай. А вот у нас ниточка синего цвета. Будем делать красивые бусики. Не бойся, прям сильнее. Вот отпускай, потом дальше будем просовывать. Бери, которая целая. Красиво получается. Алина, попробуй рябинку. Что там? Рябинку. Попробуй рябину, Алина. Вкусная она? Невкусная? Невкусная? Горькая? Тут распрямляй. Какая длинненькая у тебя уже получается. У тебя длинная уже какая цепочка получается. Ну какие бусы, да, классные? Будут. Рябиновые бусы мы еще не делали, да, Лин? Да. Красота. Что, плохая? Ты потолще которые бери. Серединочку. Вот, знаете, как хорошо мелкая моторика развивается рук. Мозги хорошо работают. Алина как начнет учиться хорошо и отлично. Как полюбит учебу. Ты что в гусеницу-то завернула? Вот Алина сделала своими руками бусы из рябинки. А вот так вот, пока вы играли... С Дашей. Алина, смотри, какую красоту себе сделала. Из рябины бусы. Здорово? Да. Будете тоже делать, да? Потом... Алиса, аккуратно. Потом можно скушать. Нет, по дороге. Ты бы попробовала, какая она на вкус. Классная? Да. Глядя на Алину, Алиса тоже захотела бусики, да? Угу. Даша, иди, бананчик здесь лежит, иди кушай. Я на все заводит. Да. Алиса тоже бусики делает, да, Алиса? Да, Шуля, она. Алина, красотка. Алиса, ты что не кушаешь? Вот у Алисы уже какие бусики, да? Угу. Длинные. У Алисы иголка выпала, да? Покажи длину, как я у тебя, какие уже бусы длинные. Вон какие длинные, да? Немножечко еще осталось. Покажи, какие красивые. Вот и Алиса красоту тоже сделала, да, Алиса? Две красотки в бусах.